90% дорог на городских погостах уже приведено в нормативное состояние. Обустройство куветов, водоотводных лотков и асфальтирование ведется в рамках городской программы повышения качества услуг ЖКХ. В этом году только на центральном кладбище строители оденут в асфальт около 3 километров дороги. Еще 5 лет назад, когда проходил родительский день, у нас скапливалось 20-30 жалоб только после него на плохое качество дорог. Сегодня практически жалоб на дороге нет. 40 километров – общая протяженность дорог только на центральном погосте. В Распутицу, особенно на отдаленные сектора, можно было добраться только на высокопроходимой технике. За 5 лет действия городской программы практически все дороги удалось отсыпать гравием и щебнем. Маленькие тупички остались, самые незначительные, где вроде бы дорога была сначала неплохая, потом все равно разбивается. Но щебень стоит от силы 2 года, потом начинает разбиваться. Поэтому, конечно, необходимо все закатывать в асфальт. Более 10 километров дороги на отдаленных секторах кладбища строители уже одели в асфальт. Также для повышения качества услуг на погостах планируется установить камеры видеонаблюдения и дополнительные мусорные контейнеры. Татьяна Токарь, Дмитрий Маклаков, Хабаровская студия телевидения.